Привет! А баба Вера опять с вами. Тут меня Захар Курило попросил, посмотрите, шувал, температура, по-моему. Температура. Заболел коронавирус, что ли. Но клип уже старенький, говорят, давно уже. Год ему где-то. Но давайте посмотрим. Коронавирус тоже уже давно. Так что поехали. Дорогие коллеги, я рада вас приветствовать бухгалтера! На очередном я семинаре, посвященном саморазвитию бухгалтеров и блокчейну. Мы тоже собирались. Огромные фермы, виртуально соединенные, как паутина, охватывают наш район будущего. Меня переполняют чувства. Привет. После той войны и еще в 88-м году, кажется, что вот я сейчас даже буду стоять и освещать трибуны, венья, передовые. Ой-ой-ой. Я вам обещаю. Ну, обычно одни женщины, мужчина попадется, обхаживает. Сама девочка. Что за дебет с кредитом? Ну, за дебет, конечно, 1С. Я вижу, что все заскучали, поэтому давайте лучше объявим танцы. Разрешите мне пригласить на сцену второго выступающего. Так. Молодого, энергичного, исполнителя в музыкально-поэтическом жанре реп Шувала. Похлопаем, товарищи, похлопаем. Смотреть было, хоть и чудили, вели себя не лучшим образом. Ну, интересно было смотреть. Клип получился клевый, неплохой. Голос у него так спел неплохо. Весело, энергично так заводил. Приятная песенка. Красавчик. Температура, я такая дура. Я ее что-то раньше не слышала, вы представляете?
А что это я? Вроде везде шляюсь по Ютубу. Влазию и лазию и лазию, и все равно пропустила. Ой, боже, боже. Надо куме дать послушать. Она тоже бухгалтер, тоже у нее температура и тоже дура. Ой, прям мы вместе повеселимся. Зашло, зашло. Так что успехов тебе, Шувалов. Молодец. Температура, я такая дура. Пока-пока, до новых встреч. Баба Вера, 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 баба Вера.